Как и подобает ярмарке, на прилавках изобилия. Фермеры представляют свою продукцию: овощи, мясо, молочка, крупы, мед. Пройти мимо такого изобилия трудно. Купила курицу, купила фарш, купила вон ножки там маринованные. То есть выбор большой, все прекрасно. В магазине там бывает и залежалый, когда товар, и выбрать нечего бывает. Повернешься и уйдешь, идешь к частнику. А здесь можно выбрать. Я смотрю, там у них и картошечка хорошая. Вот смотрю, там он много продает семян всяких, крупы. Сельхозярмарки в выходные дни открываются в разных точках Нижнего Новгорода. В Канавинском районе площадкой выбран спальный микрорайон по улице Акимова. Уже с самого утра к прилавкам потянулись покупатели. Своя картошка выращена в Борском районе, поселок Каликино. Очень хорошо, что организована такая площадка, что можно приехать тут торговать своей картошкой. Сколько уже смогли продать? Мешков 15 уже продали. Сколько осталось? Еще 25. Главная цель таких ярмарок – дать возможность фермерам и хозяйствам напрямую сбывать свою продукцию. Это с одной стороны. С другой – покупатели могут сэкономить на покупках и получить свежий товар. Минимум посредников – производитель, потребитель. Тогда мы можем действительно обеспечить и хороший сбыт нашим производителям, нашим фермерам. И, ну, самое главное, для людей продукцию предоставлять по комфортным ценам. Подобные площадки сбыта сельхозпродукции будут открываться и дальше в разных районах областного центра. Узнать, где именно работает ярмарка, можно на сайте городской администрации. Сергей Щеплягин, Анна Фильшина, Виталий Кудрявцев и Василий Низов. Время новостей.